о чем он говорил открыто. Ну и вот мадридский Реал идет за 12-м кубком. Он его уже выиграл. Сейчас он его получит. Белые футболки, любимые, стол трибуны, которая была сегодня очень гармонична. Итальянцы ярче болеют, но испанцы по-домашнему гармонично живут вместе со своей командой. Особенно, когда она побеждает. И сначала медали, а сладкое, самое главное, на потом. Альваро Мората, Иско и Модрич. Наверное, один из первых по пробегу в этом матче. Как обычно, Лука Модрич в центре поля. Плавильный мотор. Ну и пристроился Ковачич, который сегодня не играл, но тоже, как и Хамес Родригес, он часть этой команды. Гаррет Бейл, конечно, дома заслужил. И, конечно, Криштиану Роналду. Браво! Браво! Пожалуй, такого выступления в плей-офф отдельно взятого футболиста, такой роли в победном марше, получает Кубок Европейских Чемпионов. Не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь. Он со давайте спины все, подойдет, да, со спины. Займем свои места. Есть! Ну что ж, поздравляем мадридский Реал со вторым Кубком Чемпионов подряд, с дублем, с победой в чемпионате и в Лиге Чемпионов, абсолютно заслуженной крупной победой в финале. Эпохальный финал в Кардиффе, первый под крышей. Это изначально было похоже на великий спектакль. И он завершается вот этим фейерверком. Из-за спин футболистов Ювентуса, которые с тоской смотрят на этот трофей в руках у соперника. Не проиграв, не победить. Спасибо вам, друзья, за внимание. Спасибо всем за этот великолепный сезон. Все, что можно было, только интриги мы испытали, да, и 6-1 Барселона выиграла Пари Сен-Жермен. И мадридский Реал в Баварии играли в овертайм феноменальный. И в этом финале много было.